Хаски – это волк, исторический волк и чукотская ездовая. Если обычная собака произошла от волка, то хаски произошел в квадрате. И там, и там. Они, как коты, ласковые, но очень хитрые. Кайли, Нари, Шаман, Маркуси, Макс, Точка, Анюка, Дида. Сядь. Сидеть. Да, молодец. Молодец. Не проси, приказать. Собака стайная, не любит одиночество. Потому что надо очень много двигаться, потому что это природное назначение – греть своим телом и тянуть самки. Поэтому в большей или меньшей степени каждый хочет реализоваться. На диване можно лежать, но года через 3 и после пробежки. Молодой собаке обязательно нужна нагрузка. Сначала декрет, а потом нагрузка спортивная. А потом уже можно их за пиццей вместе ходить. Но это не раньше, чем через 3 года. И глаза у них красивые. Смотри, как он смотрит на меня. Если вы работаете с 8 до 5, то даже и не думайте об этом. Просто приедьте к нам и у нас погуляйтесь. Не надо вам эти сложности. Собака не может быть одна. Ему нужны вы его стая становитесь автоматически. Ай, да, далеко бросает. Что, высоко бросаем, далеко. О, Господи. Анюка. Иди сюда. Оп, молодец. Так, крутимся лицами сюда. Эй, попы, повернулись. Ай, молодцы, Нари, ап, молодцы, мои красавицы. Класс. Шаман, смотри в кадр, молодец. О, не Вова, Макс, скажи, как зовут? Макс. Не Вова, Макс. Куса, Али, Сама, Люка. Ну как можно не любить? Как можно не любить? Они же хитрые, они же волки. Если вы, я говорю, всем объясняю, что если вы думаете можно, но кричите нельзя, он сделает так, как он вы думаете. Он вас считывает. Ну, как так же, как и наши дети. У кого есть дети, те поймут. Хаски-пар появился на основании питомника. Мы в питомнике старались людям объяснять, что хаски не игрушка, и давали погулять хося взрослого. Принудительно для того, кто хочет купить, мы стали давать взрослого хося на пробежку в лес. Благо, живем возле леса. И постепенно стали к нам проситься люди, которые купить не хотят, а хотят просто приехать поиграться. И тогда мы уже как-то потихонечку оформляли это вот в такой вид, чтобы всем было комфортно. И собакам, и людям.